вопрос. Ваш прогноз на матч Винница Гернык, четвертьфинал Аматоров, вот, среду? Честно, я не видел Гернык. Я не знаю, что с Винницей сейчас творится. Блин, для меня это была вот самая сильная команда, наверное, как физически, так и технически. Ну, понятно, команды не могут играть на одном уровне. Они показывали хороший уровень, достойный. У них тоже молодые играют. Подбор игроков у них все время новый, все время каких-то... Ну, вы, очевидно, тоже переживали не раз такие взгляды. Что, как правило, встряхивает футболистов в сложный момент? Характер должен быть у футболистов характер. Они должны на поле, даже если проигрывают 4-1, все равно катиться, забить, попробовать второй, третий, а не пропустить там пятый, шестой. Ну, понятно, бывают и такие игры, что руки опускаются. Но все равно каждый футболист должен на поле доказывать, что он не хочет проигрывать, по крайней мере, для тех людей. А люди, которые приходят, они видят это со стороны нашей. Я думаю, характер решает в нашем футболе, в Винницком, характер решает, я думаю, 70% исхода матча. Спасибо. Ну,